18 февраля в стенах Казанского федерального университета прошла Олимпиада «Магистриум». Она проводится для поступающих в магистратуру, а также для обучающихся выпускных курсов по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и выпускников образовательных организаций высшего образования из регионов Российской Федерации и стран зарубежья. Сегодня у нас проходит точный тур Олимпиады для поступающих в магистратуру Казанского университета. Она называется «Магистриум». В рамках этого мероприятия, сначала заочный был тур, сейчас очный, люди, которые имеют уже желание поступить в магистратуру Казанского университета, могут это сделать не путем сдачи экзаменов, соответственно, летом, а путем попытки пройти вот такой творческий олимпиадный конкурс. И призер или победитель имеет право выбрать любое, то, которое ему нравится. Призер, соответственно, получает определенное количество баллов, которое равно тому количеству, которое он получил, собственно говоря, в рамках Олимпиады. А победителем этой Олимпиады зачитывается 100 баллов за теоретическую часть. Олимпиада «Магистриум» включена в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Мне сказали о том, что вот проходит такая олимпиада, магистратуру, что можно попробовать уже на третьем курсе, и я решила тоже, почему нет. Важно, что иностранные граждане, победившие в олимпиаде, получают возможность обучаться по программам магистратуры в пределах выделенной квоты. Для того, чтобы принять участие в олимпиаде, участники должны зарегистрироваться на официальном сайте Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.